Всем привет, с вами Роман Раскольников, и я продолжаю проходить игру по названием Якудза на PS2. Итак, сегодня я отправлюсь, наверное, в кабаре-клуб снова познакомиться с кем-нибудь, чтобы заработать так немножечко опыта. Так, ее раньше я здесь не видел. Стрельба в звездные пыли, драка за сиреной. Нападение на пещеру. Полное истребление уличных банд. Интересно, что случилось что случится дальше? Я слишком обеспокоен, чтобы идти домой. Так, дело в том, что я, короче, тут обнаружил одну вещь. Меп. Давайте мы тут сохранимся. Так, для начала смотрите, в чем прикол. Допустим, я захожу в клуб под названием Jewel. Драгоценности или типа бриллиант. Самоцвет. Самоцвет он здесь. Как переводится. И мне предлагают кого-нибудь выбрать. Хорошо. Я соглашаюсь, но тут некого выбирать, кроме Хироми. И я вот кое-что заметил. Оказывается, мне нужно зайти в МЕП. Так, поговорить вот с этим мужиком. Так, расскажи о барах. Так, жемчуг. Рейка, которая выглядит как королева, Чиса, которая говорит как это, или Хироми, которая чувствует себя здесь свободно. Так, давай Рейке. Рейка выглядит так, будто Чоин гордится. Очень гордится. Сперва она может показаться самовлюбленной, но правда заключается в том, что она очень приземленная. Ей 22 года, тип крови АБ. Рейка 22 АБ. Многие ребята запуганы ее внешностью и не решаются ей перечить, но богиня только улыбнется тем, кто сможет преодолеть это препятствие. Удачи! Чиза. Чиза очень симпатичная девушка, она моя любимица. Люди либо любят, либо ненавидят такой тип девушек. Ей 20 лет, она ведет себя как старшая сестра. У нее сильно развито восприятие правоты и несправедливости. Возможно, что из-за того, как ее воспитывали. Но она безразлична к драгоценностям. Ей не нравятся дорогие подарки. Некоторые грязные шутки проходят. Но если вы... Так. Но если перегнете палку, она отвернется от вас. Так, мне пора идти. Так, значит, дорогие подарки ей не нравятся. А что, если я ей попробую подарить цветы? Цветы-то вроде никак недорогой подарок. Так, сегодня познакомимся с Рейкой. Так, Рейка. Ладно, сэр, за мной. Добрый вечер, я Рейка. Эй, ты принарядился сегодня, не так ли? Неплохо выглядишь. Очень приятно, меня зовут Рейка. Ты здесь впервые? Спасибо, что зашел. Что ты будешь пить? Давай белое шампанское, наверное. Давайте сначала золотое шампанское попробуем. Золото, правда? Мне? Really? Просто супер, я не думала, что ты заказала золотое. Спасибо, мне очень нравится. Ну, ясен пень. Да ладно. Поверьте, поверить не могу, я люблю золотое шампанское. Там дофига, кстати, сердец было. Ну, давайте белое шампанское. Правда? Мне? А мужчина не меняет свое решение. Классно, спасибо, Казума. Я уже влюбилась.
Подарите ей подарок. Давай ожерелье. Ты даришь мне подарок? Спасибо. Подождите, а Рейка? Чьи тебе не нравятся дорогие подарки? Это же Рейка. Корзину фруктов. Да, с ней придется повозиться. Так как я была королевой гонок, люблю, когда меня фотографируют. Когда я слышу звук затвора, я счастлива. В следующий раз я тебя сфотографирую. Ладно. Если ты пообещаешь сделать хороший снимок. Не волнуйся, я хороший фотограф. Ты будешь выглядеть великолепно. Обещаешь? Обещаю. Ха-ха-ха, но я не сниму одежду. Эй, Казума-сан. Что? У меня уши горят, ты обо мне думаешь? Хочу охранять тебя до конца жизни. Блин, я не знаю. Давай вот так вот. Really? Ты правда так считаешь? Да, конечно. Hey. Не надо, но, наверное, ты говоришь подобное другим девчонкам. Нет. No. Тебе меня не провести. Хорошо, не... Вам нужно больше времени, давай. Правда? Спасибо, Казума. Казума-сан, почему ты так долго смотришь на меня? Что-то не так? А, ты как будто призрака увидела. А, нет, ты такая красивая. Блин, я не знаю, как. Давай. Макияж похвалить? Нет. Давай вот так вот. Ха-ха, спасибо. Ты именно это и говорил, правда? Так, ну ладно. So how about it? Что будем пить в следующий раз? Блин. Ладно, давай апельсину с ног. Okay. Будем экономить деньги. So? Давай, сорти фруктов. Just... Казума-сан, у тебя слишком длинные ногти. Ты их не обрезаешь? А, не через 10 лет? Блин, что-то странно. Тут перевод какой-то неправильный. Я привык? Ха-ха, не волнуйся. Почему ты не даешь мне стать твоей девушкой? Ха-ха-ха, ты такой серьезный? Так, давайте попробуем тогда не через 10 лет. Что? 10 лет? Это слишком, ты словно бездельник. Я так и думал. So? Как ты знакомишься с девушками? Я начинаю интересную беседу. Ты кажешься страшным, но на самом деле ты очень интересный, правда? All right. Это очень хорошее качество. Вам нужно больше времени? Не, я ухожу. Please come again. Хорошо, приходи еще, Казума-сан, я еще хочу поговорить с тобой. So? Да, скажи мне свой email. Ладно. Спасибо, я тебе еще напишу, ладно? Так, 80 тысяч. Блин, мне потом надо будет еще подзаработать немножко. Так, это же была Рейка. Дорогие подарки не нравятся. Чизи. Придется очень долго беседовать. Потихоньку набирать звезды. Потому что я не могу сейчас сразу шампанское купить. У меня потом денег не останется. Конечно же, Рейка. Good evening. О, добрый вечер. Mm-hmm.
Эй, ты принарядился сегодня, не так ли? Неплохо выглядишь. Спасибо, что пришел. Приятно тебя видеть. What do you think? Что ты будешь пить? Ну, давай ликер грейпфрут. Грейпфрут. Я что-то буду. Okay. Хорошо, я сейчас принесу. Ну, давай подарим ей подарок. Шарф? Опять не понравится, да? Ты даришь мне подарок? Спасибо. Блин, зря подарил. So? Хочешь что-нибудь поесть? Да. Будем, короче, на... корзине фруктов. Я что-то буду... На сорте фруктов, короче, буду зарабатывать сердца. So? Ты все время молчишь, Казума-сан. А что-то не так? Я думал, как быстро бежит время. Я думал, как тащить тебя в постель. А я восхищался твоей красотой. Ну, не знаю, давай вот так вот банальный комплимент сделаем. Прекрати свои шутки. Я серьезно. Ты меня удивляешь. Не знаю, что и сказать. So? Казума-сан, с тобой так легко? Мне нравится быть с тобой. Правда? All right. Да, ты отличаешься от других клиентов. У тебя сейчас есть кто-нибудь? Да, она. Ну, блин, не знаю. Да, но она прямо передо мной. Это просто клише такое, да? Я так и думал. Я хочу, чтобы ты говорил серьезно. Но я так и знал. Ну, блин, там все варианты какие-то не очень подходящие были. For real? So? Совсем недавно я была королевой гонок, и было тяжело поддерживать фигуру. Как так? Каждый день я упражнялась, считала калории, полностью ухаживала за телом. Похоже на напряженный график. Это так, такая трудность. Но знаешь, благодаря этим стараниям я немного горжусь своей фигурой. Эй, Казума-сан, а какой тип фигуры нравится тебе? Немного полная, с большой грудью, маленькая, энергетичная. Ну, не знаю, высокая и стройная. Все-таки, раз она о фигуре заботилась, значит, мы должны похвалить ее, как бы. Не напрямую, а косвенно. Давай вот так вот. Правда? Это же я, правда? Да, у тебя самая лучшая фигура. Серьезно? Я так счастлива слышать это. Я раньше тоже была моделью для бикини, и в следующий раз я покажу тебе пару фоток. Что-то будем пить. For real? Минутку. Что? А, ладно. Я случайно нажал. Что будем пить в следующий раз? Так, раз, два, три, четыре, пять. Ну, допустим, 2,5. Нет, 2 сердечка мы добавим. Это будет 7,5. Ну, 40 не придется. Давайте Киогетсу зеленый. Okay. So? Корзинку фруктов. Сорти фруктов там написано. И я тоже. So how about it? Ну, Казума, что ты делаешь в свободное время? Я люблю гонки, я покупки видеоигры. Не знаю, покупки, гонки. Ну блин, она, ей тоже нравятся гонки, поэтому сказать то, что я люблю гонки, ну а потом получится так, что мы типа соврали, и там типа она задаст какой-то вопрос, а Казума не сможет ответить, вот в чем прикол. Покупки, ну в принципе я наоборот продаю, не покупаю, я покупаю редко, чего что. Давай гонки. I didn't know that. Любишь кататься? А я тоже. Хочешь как-нибудь увидеть ночной пейзаж? Really? Правда? Люблю смотреть на городские огни ночью. I don't know. Кто-то крадет мое нижнее белье. У меня много модного нижнего белья. Значит, тебе не стоит выставлять их там, где их видят люди. I see.
Думаю, что так. Да, ты прав. Так как ты думаешь, что на мне одето сейчас? Кружева черные. Не, ошибочка. Блин, я так и знал. Первый вариант был. Я не люблю черное. Да. Рейка, ой, уже так поздно, да? Спасибо, Казума-сан, я еще напишу тебе. Good evening. О, добрый вечер. Ну, тут вроде она тоже самое сейчас будет говорить. Спасибо, что пришел. Рада тебя видеть. What do you think? Что ты будешь пить? Ну, давай, просто пиво. Okay. Нет, не надо, у меня нет подарков. Ей подарки не нравятся. Хочешь что-нибудь поесть? Давай корзинку фруктов. Ой, я ассорти фруктов, я его постоянно корзинка фруктов называю. На днях я смотрела классный фильм. Через 3 дня начнется вторжение инопланетян, они всех убьют. Интересно, а если бы это произошло на самом деле? Что бы ты сделал? Неистовствовал. Я бы бился до смерти, наверное. Я бы остался с девушкой. Не, мне кажется, я бы бился до смерти. Именно так я и представляла тебя. Я не собираюсь сидеть здесь и ждать своего конца. Но инопланетяне намного больше нас. Это не важно. Ты надерешь им задницу, правда? Ха, все-таки угадал. Интересно, хочешь ли ты переспать со мной? Нет, конечно. Блин, не знаю. Я еще думаю. Что ты имеешь в виду? Ты мне не веришь? Я в шоке. Я думал, что ты приличный парень. Чё? Конечно. Ладно, скажешь, когда будешь готов. Ха-ха-ха. Ты весь покраснел. А тебе придется подождать, пока я засну. Вижу нам... вижу вам... вам нужно больше времени? Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, теперь самое главное не просрать. Недавно этот президент венчурного предприятия меня уже достал. Он чудак, но у него куча денег. На днях он купил мне кондоминиум. Кондоминиум. Ух ты! Он попросил меня стать его девушкой. Я не знаю, что делать. А, почему ты смотришь на меня? Блин, не знаю, продай быстро. Ха-ха, это вполне хорошая идея. А твоя так... твоя так, Вить. Значит, можешь распоряжаться ею как пожелаешь. Но это так подло. Было бы неплохо, если бы я придумала способ отказать ему. Я была бы не против стать его девушкой, если бы он был как ты. So how about it? Так, что будем пить в следующий раз? Давайте, наверное, сэкономим денег и купим ассорти фруктов. Okay. So... И я тоже.
Это платье такое тонкое, что я очень хорошо вижу свою фигуру. Конечно. Хе-хе. Когда ты впервые меня увидел, на что самое первое ты посмотрел? Прекрасные глаза? Ноги? Блин, не знаю. Она была моделью, высокой причем. Она высокая, значит, она гордится ногами, наверное, или глаза. Ну, глаза, она скажет, банально. I see. Мои ножки, а? No. А мне, правда, не настолько нравятся мои ноги. Эй, хватит пялиться. Ну, по крайней мере, я не потерял ничего. Вообще-то я быстро пьянею. Правда? Так что иногда я думаю, что на самом деле не гожусь для этой работы. Поищи другую, тебе не стоит так много пить. Пей много и привыкнешь. Тут тоже как-то непонятно, что ответить. Пей много и привыкнешь? I don't know. Возможно, но когда я напиваюсь, я все забываю. Не волнуйся, я о тебе позабочусь. Hey. Ты случайно не думаешь о чем-то пошлом? Советую тебе не... Так, не поить меня слишком. Вам нужно больше времени? Не, я ухожу. Ой, уже так поздно, да? Спасибо, Казума-сан, я еще напишу тебе. Thank you. Большое спасибо. Так, теперь ждем, пока придут сообщения. Причем они сразу все мгновенно пришли. Так, что-то Рейка слишком мало сообщений написала. Рейка, приходи еще, ладно? Я отлично провела время. Я почти не заметила прошедшего времени. Приходи еще, ладно? Рейка, добрый вечер. Это Рейка из Алмаза. Я нашла костюм, который тебе очень пойдет. О, хотел бы купить его тебе, но он такой дорогой. Я не смогла купить. Так, ну что ж, еще мы подождем немножечко, пока там придут остальные сообщения. Так, в общем-то, я тут немного подождал времени. Почему-то сообщение не приходит следующее. Надо еще, наверное, побеседовать с ней, поговорить. Хотя я уже 10 сердец набрал. Вроде же 10 было, да? Так, Рейка. Так, считаем звезды. Good evening. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Почему-то сообщение не приходит. What do you think? Наверное, надо 4 раза прийти сюда. Так, давай пиво. Okay. Напитки ни на что не влияют, если только дорогие напитки буду покупать. В таком случае мы сердца сможем поднять. Но тут у меня к тому же 10 сердец сейчас набрано. Хочешь что-нибудь поесть? Не, пока не буду. Смысл мне тратить деньги, если у меня и так уже 10 сердец? Когда я была студенткой, я не нравилась парням. Я носила очки и темные, и была темной личностью. Ко мне раньше много приставали. А никогда бы не догадался. Но после того, как я закончила вуз, я передумала. Я всегда смеюсь, когда вижу свои старые снимки. Хорошо выглядишь. Ха-ха, спасибо, но иногда я сомневаюсь, я ли это. Зачем, если ты счастлива? В чем проблема? Ха-ха, это так мило. В последние дни я хожу в спортзал. А разве не хорошо заниматься спортом? Ты играешь в спортивные игры? Я был серфером. Нет, серфер это сразу не вариант, потому что Казума никогда не был серфером. Она может подловить. Я ввязывался в уличные бои. Это тоже может как бы спугнуть ее. Я люблю быть один. Тут тоже что-то как-то перевод неправильный. Ладно, я ввязывался в уличные бои. For real? Что, ты имеешь в виду настоящую драку?
Ей это не понравится, сейчас у меня заберут сердце. Да, всего немножко. Это опасно, я не люблю жестоких людей. Я так и знал. Вам нужно влюбить? Да. Спасибо. Реально, спасибо, Казума-сан. А знаешь что, неподалеку построили большой клуб. Там очень весело. И каково это? Хе-хе, пить до утра, музыка гремит и все танцуют. Ты танцуешь, Казума-сан? Могу сделать танец Рекки. Могу сделать танец робота. Народный танец? Блин, не знаю. Давай народный танец. Фольк-танец? Как у них в день... как у них в день полей? Да. Это так ностальгически. Я всегда нервничала, когда держала за руку парня, которого любила. Хочешь как-нибудь танцевать вместе фольк? Ха-ха. Так я же ради прикола ответил. Просто Казума не похож на человека, который танцует в современные танцы. Нет, я в порядке. Можно задать вопрос, Казума-сан? Что? Какое нижнее белье ты носишь? Почему ты задаешь такие вопросы? Говорят, что модные аги разборчивы в своем нижнем белье. Я просто интересуюсь. На повязка? Набедренная повязка. Шорты? I see. Шорты, а? Немного парней носят шорты, не так ли? Но шорты сексуальнее, не так ли? Правда? Ха-ха, ты носишь их, потому что ты уверенный, не так ли? Когда я заканчиваю работу, я хочу есть. Ты не можешь есть, да... Ты не можешь есть то, что заказывают твои клиенты? No. Нет, не могу. Что они скажут тогда? Впрочем, некоторые девчонки едят, как свиньи. Когда у меня нет свидания после работы, я всегда захожу в хвойный бар. И какой вид хвои тебе нравится? Блин, даже не знаю, хвойный бар. Что за хвойный остров тут? Толстый и жирный. Просто японский стиль. Острый? Really? Правда? Я люблю острую хвою. Я подсела на нее и не могу остановиться. Когда-нибудь я заведу тебя в свой любимый магазин. Подождите, хвоя, это не хвоя, наверное, там что-то другое было, какая-то еда, острая еда. Японский стиль, это, я так понимаю, суши. Причем тут хвоя? Неправильно перевели по ходу. Спасибо. Вам нужно больше времени? Не, я ухожу. Ой, уже так поздно, да? Спасибо, Казума-сан, я еще напишу тебе. Thank you. Так, будем ждать сообщения от нее. Итак, я постоял, подождал. Ну, там уже время прошло. Я там уходил по своим делам. Игра была включена. Сообщение не пришло. Я подумал, что нужно, может, отбежать, чтобы сработал триггер. Я пробежался где-то по половину города. Триггер так и не сработал. Есть предположение. Давайте мы попробуем сделать, знаете что? Понизить количество сердец до 9, ну или до 9,5. Закончить, выйти, именно чтобы 9 сердец было, и снова зайти и заработать 10 сердец. Может, тогда сработает. Может, скрипт просто залагал. Good evening.
не хочет мне сообщение отправлять. What do you think? Что ты будешь пить? Давай апельсиновый сок. Okay. Подарки, у подарков у меня нет. So? Есть тоже ничего не будем. Будем экономить деньги. So? Как ты знакомишься с девушками? Пусть заметит мое телосложение. Ха-ха, первый раз слышу. Но если ты не будешь осторожным, ты покажешься самодовольным. I don't know. Не думаю, что в твоем случае это сработает. So? А ты все время молчишь, Казума-сан? Что-то не так? Я думаю, как быстро бежит время. А что ты имеешь в виду? Когда веселишься, время летит незаметно. Mm. Да, но клуб еще не закрывается. Блин. Давай. So? А недавно этот президент венчурного предприятия меня уже достал. Он чудак, но у него куча денег. Так, ладно, я понял. А почему ты смотришь на меня? Oh. Извини, ты прав, это не твоя проблема. Мне не следовало спрашивать у тебя этого. So how about it? Что мы будем пить в следующий раз? Домашнее вино. I see. Так вот что ты пьешь. Забавно. Я не так тебя... я не так тебя себе представляла. Мне специально нужно, короче, понизить количество сигарет. Конечно же, нет. So? А знаешь, что неподалеку построили большой клуб? Там очень весело. И каково это? Хе-хе, пить до утра, музыка гремит и все танцуют. Ты танцуешь, Казума-сан? А, могу сделать танец робота. Я просто вижу это. Это так забавно. So how about it? Ну, Казума-сан, что ты делаешь в свободное время? Покупки. Шопинг, а? Я тоже люблю шопинг. Но я очень не люблю толпы народа. Так что люблю шопинг по будням. Так, хорошо. Ой, уже так поздно, да? Спасибо, Казума-сан, я еще напишу тебе. Так, хорошо. Сейчас нужно будет подождать ее сообщение, надеюсь, оно придет. Thank you. Так, сообщение пришло. Все-таки там, походу, скрипт залагал. Рейка, добрый вечер. Это Рейка из Алмаза. Я видела парня очень похожего на тебя. Хотела поговорить, но ему жутко. А так как ты такой милый человек, была большая разница. Но он оказался жутким, наверное. Так, а теперь мы снова поднимаем до 10 звезд ее доверие. И она должна последнее четвертое сообщение нам прислать. Так, Рейка. Good evening. What do you think? Так, что я буду пить? Ну давай просто апельсиновый сок. Okay. Подарков нету.
So? Нет. Это платье такое тонкое, что я очень хорошо вижу свою фигуру. Конечно. Хе-хе. А когда ты впервые меня увидел, что на что самое первое ты посмотрел? Твои прекрасные глаза. Мои глаза? Как это мило с твоей стороны. Но я ношу линзы. На самом деле у меня плохое зрение. Ну да, она, кстати, говорила то, что она раньше в очках ходила. На днях я смотрела классный фильм. А через 3 дня начнется вторжение инопланетян, они всех убьют. Интересно, а если бы это произошло на самом деле? Что бы ты сделал? Ну, это мы уже, кстати, смотрели, ты бы... Я бы бился до смерти. Именно так я это представлял от тебя. Я не собираюсь сидеть здесь и ждать своего конца. Но инопланетяне намного больше нас. Это не важно. Ты надерешь им задницу, правда? Ха-ха-ха. Так, давай. Так, немножечко продлеваем, короче, время. Я не знаю, сработает ли скрипт, если я уйду, не продлив время. Совсем недавно я была королевой гонок, и было тяжело поддерживать фигуру. Как ты? Как так? Каждый день я упражнялась, считала калории, полностью ухаживала за телом. А, похоже на напряженный график. Это так, такая трудность. Но знаешь, благодаря этим стараниям я немного горжусь своей фигурой. Эй, Казума-сан, а какой тип фигуры нравится тебе? Высокий и стройный. Правда? Это же я, правда? Да, у тебя самая лучшая фигура. Серьезно? Я так счастлива слышать это. Я раньше тоже была моделью для бикини, и в следующий раз я покажу тебе пару фоток. So how about it? Что мы будем пить в следующий раз? Давай пиво. Okay. Так, хорошо, я сейчас принесу. So? Хочешь что-нибудь поесть? Конечно же нет. В последние дни я хожу в спортзал. Разве не хорошо заниматься спортом? So? Ты играешь в спортивные игры? Так, уличные бои ей точно не нравятся. Я был серфером или я люблю быть один? Я люблю быть один? Ха-ха-ха, ты точно не разговорчивый. Могу поспорить, ты серьезно? Это забавно. Казума не похож на серфера. Вообще-то я быстро пьянею. Правда? Так что иногда я думаю, что на самом деле не горжусь для этой работы. А тебе не стоит так много пить. Но если я не напьюсь, клиенты не будут довольны, так ведь? Не волнуйся, я буду в норме. Вам нужно больше времени? Не, я ухожу. Ой, уже так поздно, да? А, спасибо, Казум-сан, я еще напишу тебе. Thank you. Большое спасибо. Так, надеюсь, она мне сейчас сообщение пришлет. Сообщение почему-то не приходит еще. Придется все-таки постоять опять. На месте. А если она и не пришлет мне сообщение? Так, в общем-то, я тут побегал по городу, обменял фишки на деньги в казино. Ну, в смысле, сначала на тарелки, а потом тарелки продал. Так, но сообщение мне так почему-то и не пришло. Хотя сердец уже 10. У меня есть предположение, нужно опять, короче, сбросить сердца до 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Да, 9, 10. Их 10 штук.
What do you think? Что-то не срабатывает. Так, давайте мы сбросим немножечко сердец. Так вот, что ты пьешь. Дарите ей подарок. У меня нет подарков. So? Хочешь что-нибудь поесть? Нет? It's just... А, Казума-сан, у тебя слишком длинные ногти. Ты их не обрезаешь? Не через 10 лет. For real? Ладно. Сейчас мы прям вообще по максимуму спустим сердца. А почему ты так долго смотришь на меня? Что-то не так? У тебя хороший макияж. Правда? Да, довольно сексуально. Ты ко мне подваливаешь? Ага, вообще-то я потратила на это много времени сегодня. Вам нужно больше времени? А, нет. Не получилось у меня сбросить. Ой, уже так поздно, да? Спасибо, Казума-сан, я еще напишу тебе. Ваш счет составит. Так, надеюсь, ты напишешь мне. Thank you. Может, должно пятое сообщение прийти? Потому что здесь у Аи было... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вообще шесть сообщений. Обычно у всех по пять было сообщений. У Рин вообще четыре. У Хироми тоже четыре. У Юзу. Раз, два, три, четыре, пять... 5. У Аи 1, 2, 3, 4, 5, 6. У Рэки пока что 3. Так, хорошо, давайте еще раз попробуем зайти. Не приходит сообщение вообще ни в какую. Почему она не хочет отправлять сообщение? Я не знаю, может из-за миссии, может не миссию надо пройти. Рэйка? Так. Good evening. Может, мне надо сюжетную миссию завершить? Поэтому ничего не случается. What do you think? Давай золотое шампанское. For real? Really? Просто супер, не думала, что ты заказал золотое. Спасибо, мне очень нравится. Да, ладно. Поверить не могу, я люблю золотое шампанское. Подарков у меня нет, к сожалению. Может, мне какой-то определенный подарок можно подарить? So? Так, конечно же, ассорти фруктов. Будем по максимуму. Так как я была королевой гонок, люблю, когда меня фотографируют. Когда я слышу звук затвора, я счастлива. В следующий раз я тебя сфотографирую. Okay. Ладно. Если ты пообещаешь сделать хороший снимок. Не волнуйся, я хороший фотограф, ты будешь выглядеть великолепно. Really? Обещаешь? Обещаю. No. Ха, я... Но я не сниму одежду. I don't know. А кто-то крадет мое нижнее белье. У меня много модного нижнего белья. А, значит, тебе не стоит выставлять их там, где их видят люди. I see. Думаю, что так. Да, ты прав. Хе-хе. Так, как ты думаешь, что на мне одето сейчас? Симпатичные, как клубнички. Черт, кружева не нравится черный цвет. А, блин, не знаю. Прозрачный? Ты прав, угадал. Ха-ха, это мой единственный вид. Это так? Эй, ты просто попробовал посмотреть, так? У тебя такие грешные мысли. Вам нужно больше времени? А, блин, даже не знаю. Ну, давай, да. Правда, спасибо, Казума. Можно задать вопрос, Казума-сан? Что? Какое нижнее белье ты носишь? Почему ты задаешь такие вопросы? Говорят, что модные аги разборчивы в своем нижнем белье. Я просто интересуюсь.
Я даже не знаю, давайте попробуем набедренную повязку ради прикола. Ха-ха, серьезно? Да. So? Как ты их носишь? Я бы хотела знать. Я как-нибудь тебе покажу. Да, покажи мне. So about... Что? Ой-ой-ой. Нет, я не буду все деньги тратить на золотое шампанское. Минутку. So how about it? Давай белое шампанское. For real? Правда мне? So? Черное шампанское ей точно не нравится. Она говорит то, что черный цвет не... ей не нравится. Хотя шампанское это, наверное, не черного цвета. Давай, ассорти фруктов. Фруктовое ассорти. Когда я была студенткой, я не... Так, я не нравилась парням. Я носила очки темные и была чуть темной личностью. Но ко мне раньше много приставали. Никогда бы не догадался. Так, хорошо выглядишь, ладно. Когда я заканчиваю работу, я хочу есть. Ты не можешь есть то, что заказывают... А, ты не можешь есть то, что заказывают твои клиенты? Нет, не могу. Что они скажут тогда? Впрочем, некоторые девчонки едят как свиньи. Когда у меня нет свидания после работы, я всегда захожу в хвойный бар. Так, давай попробуем другой ответ. Простой японский стиль. Мне тоже нравится простой вид, но такое ощущение, будто ему чего-то не хватает. Кажется, у нас разный вкус заказано. Вам нужно больше времени? Нет, я ухожу. Будем ждать сообщения. Итак, в общем-то, сейчас 10 глава. Я специально решил попробовать перейти на другую главу, на главу 9, но, к сожалению, глава 9 была совершенно в другом месте. Не в этом городе. Я ездил в Чайна-таун. Так, теперь попробуем снова. Так, надо было сохраниться. Так, знаете что, давайте я сначала попробую просто побеседовать с ней. Если не сработает, я попробую тогда до 9 звезд, до 9 сердец сначала понизить, короче, рейтинг, а потом снова 10 звезд, 10 сердец набрать. И посмотреть, что будет дальше. А, кольцо забыл надеть, ну ладно, неважно. What do you think? Okay. Хорошо, я сейчас принесу. Подарки дарить не будем. Есть мы тоже ничего не будем. So? So? Может задать вопрос, Казума-сан? Что? Какое нижнее белье? Ну ладно, мы это уже все читали, так что... Ой-ой-ой, я зря это сделал. Правда? Потому что от этого ты крут? Они просто более удобные. О, ты довольно обыкновенный, не так ли? Ну да, я так и думал, то, что мы... А когда я заканчиваю работу, я хочу есть. Ты не можешь есть то, что заказывают клиенты, я понял. Острый. Вам нужно больше времени? Так, сохраняемся на всякий случай. Говорим нет. Дома мне пора. Эй, Казума-сан, у тебя будет время после этого? Да. Ты не мог бы подождать меня возле круглосуточного магазина из Шова-стрит? Ладно, до встречи. Отлично, все, наконец сработал. Почему-то в 8 главе тупанула и... не хотела квест дальше продвигаться. Так, Попа-стрит на Шова... Попа на Шова-стрит.
Так, Шоу-стрит. Где эта Шоу-стрит находится? Ну, у нас, по идее, не так уж и много попа, так. Это Тенкачи-стрит. Станция Накамичи. Шоу, нашел. Так, проще будет, наверное, на такси приехать туда. Так, Накамичи. Да блин, не Дон Кихот. А я дальше хотел просто бежать. Так, подождите, а тут разве... Магазин Поппа был? Что я впервые вижу, чтобы здесь был магазин. Так. Сообщение какое-то пришло. Рейка, стой! Прости, Казума-сан, скоро я смогу уйти с работы. Пожалуйста, жди меня возле магазина на станции Шова. Так, я первый раз вижу, чтобы здесь был магазин. Ну ладно. Босс, это правильная информация. Не стоит недооценивать микрорадио, которое я столько лет разрабатывал. Я наткнулся на частоту мобильного Рейка Чана. Я выяснил, что она ждет его перед его магазином. Вас понял, мне кажется, мы можем записать отпадное видео. Проверь, работает ли скрытая камера перед тем, как появится Рейка Чен. Ура! А? Босс? Я получаю очередное сообщение с телефона Рейки Чан. Минуточку. Я слушаю ее голос. Что там? Похоже, Рейка Чан куда-то идет и говорит по телефону. Сэр, встреча в том же отеле. Это она говорит? Встреча в том же отеле? Что? А, что же это значит? Хм, очень странно. Босс, что случилось? Мне кажется, он сломан. Серьезно? Ну, почему всегда все ломается в самый неподходящий момент? Кто ты, старик? Мы сейчас немного заняты, почему бы тебе не свалить? Так, и куда мне идти? К отелю? Ну, пойдем к отелю. Так, я что-то не понял. Он где-то здесь должен быть, этот отель.
Там еще одно какое-то сообщение. Так, сообщение. Рейка, прости. Прости, Казума-сан, что-то происходит, и я не могу делать это здесь. Мы можем договориться и встретиться позже. Встретиться позже где? Следующий Шинджи. Так. А ты кто такой? Интересно, куда отправилась Рейка? Секунду назад она была здесь. Наверное, она вышла в тот парк. А, ты кто? Рейка не здесь. Так, она отправилась в парк. В тот парк. В какой парк? Надеюсь, в самый ближайший парк. По идее, у нас тут есть три парка. Ну, один, по идее, он вроде как парк считается, но там вход в чистилище, так что не думаю, что будет именно там. Вон, кажись, я ее вижу. Что ты здесь делаешь? Что? Казума-сан? Откуда вы знаете, что я здесь? Жаль, что не пришел, но у меня не было возможности. Почему не рассказываешь, что случилось? Спасибо, Казума-сан. Мне следовало сказать об этом раньше. В баре есть один посетитель, который спускает на меня много денег. Он президент офиса, где я работала в роли королевы. Я ему очень нравлюсь, и он всячески меня ублажает. Он платит не только за еду, но и за дом, машины, даже за обучение. Но все становится все более сложно. Отказать в просьбах президента? Думаю, это то, что нужно? Конечно, нет. Но я не могу ему отказать. Агр. Так, а вот он, богатый президент. Рейка, ты должна быть со мной. Давайте продолжим нашу игру. Эхи. Да? Проваливай. Что? О, это снова вы. Вы ведь только недавно виделись. Приведите Рейку сюда. Не знаю, какой компанией вы владеете, но Рейка моя девушка. Что? Держитесь от Рейки подальше. Если не послушаетесь меня, будете убиты. Инк, я понял. Благодарю, Казума-сан. О, это было пустяковое дело. Итак, Казума-сан, а может нам сегодня встретиться? Что? Хочу, чтобы вы заставили меня забыть все плохое. Пожалуйста. Казума-сан, ты такая прелесть, кажется, я начинаю в тебя влюбляться. Так, вот мои 3000 опыта. Так, идем сразу же в клуб Джевил. Посмотрим на новые диалоги. Так. Так, а вот и фотка пришла. Я никогда не забуду этот день. Спасибо за прекрасную ночь. Всего пару минут назад здесь ошивалось несколько якудза. Он что-то сказал, что они загнали их в заброшенное здание. Это мы читали. Ну, это мы в будущем прочитаем, конечно же. Просто эта серия выйдет раньше, чем 10 глава начнется. Так, а ты у нас кто? Ух, прошу, не смотри на меня так. Так, стоп, это кто у нас? А ты здесь нигде не видел странную парочку?
Нет. Понятно. Тогда от тебя нет никакого толку, проваливай. Так, это походу какой-то дополнительный квест. Good evening. О, добрый вечер. What do you think? Что я буду пить? Давай пиво. Okay. Так, подарков у меня нет. Кстати, я заметил одну вещь, я, короче, В общем, прикол в том, что не срабатывало вот это вот... квест не срабатывал дальше. Почему-то после 10 звезд она мне не присылала сообщение и не говорила, куда дальше идти. И потом я заметил то, что я, когда я ей подарил ожерелье, это ожерелье было Харуки, которое дает защиту. И я решил его переиграть. Заново. Короче, заново 10 звезд набрал, ничего не происходило. Я потом решил попробовать... перейти на 9 главу и уже потом типа снова к ней прийти. Но 9 глава была не в этом городе. И поэтому вот я сейчас в 10 главе нахожусь. И квест продвинулся дальше. Почему-то он забаговал в 8 главе. Я ждала тебя, Казума-сан. Я не отпущу тебя. Хе-хе-хе. Ха-ха-ха. Hey. Казума-сан. Не, я ухожу. Вам нужно больше времени. Ой, уже так поздно, да? Спасибо, Казума-сан. Я еще напишу тебе. Уже больше не напишет. Thank you. Так, ну что ж, ладно, на этом мы завершим серию. Шинджи, блин, звонит. Это я, ты сейчас где? Где? В покинутом универсальном комплексе. Это за клеткой и возле чистилища. Ладно, скоро буду там. Доберись сюда как можно скорее. Не умирай, пока я туда не добрался, Шинджи. Так, не думал, что он мне позвонит, ну ладно. На этом все, всем спасибо за просмотр, с вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео, всем пока!